с результатами того экономического и политического разгрома, который собственной стране устроил Путин, эти люди столкнутся через некоторое время. Это выразится в инфляции, в росте цен, в безработице, в пустых магазинах, в все более усиливающемся государственном терроре, назову это так. Вся эта война, вся эта конструкция, вся эта какая-то фейковая Украина возникла в голове одного человека, который один-единственный принимает в стране решение. Это война именно Путина с Украиной и со всем миром. Это надо очень четко понимать. Я думаю, что всему миру нужно понимать, что единственная надежда на обновление России, на превращение в нормальное государство, должна быть связана с российским народом. Потому что этого диктатора может скинуть только собственное население, только собственный народ. И это тоже факт.